Войд. Я могу забыть, но Чё? Запомни, к 12 минуте у тебя уже должен стоять бункер на фланге. Бункер, и либо чтоб с ним было там прилично войск, либо хотя бы пару этих башенок. До 12 минуты, то есть где-то от 10 до 12 минуты, чтобы там уже была защита охуенная. Тактику мою чекал, Леонард. За центральную. Да когда я чекал, ебать, я работаю, я прихожу, блядь, я сразу либо с вами играю, либо моделирую, либо... Не играл, по-моему, с нами, да. В смысле, короче, я когда играю, я на других еле-еле успеваю смотреть. Ты когда центральный город застраиваешь, ты его типа не в объеме увеличиваешь, а просто районами нахуй тянешься к стенке, короче, вот это. Не знаю, тебе видно это, что я пингану? Блять, подожди. Вот сюда, типа. А я пингануть не могу. А, вот. Не можешь. Типа вот сюда районами тянешься тупо. Там проход закрывается. Потом, когда до туда дотянулся по максимуму, начинаешь сюда тянуться, блядь. И в итоге, даже если город возьмут нахуй, он, пиздец, он просто перекроет нахуй проход Алином, и они там в узком проходе будут сливаться нормально. Ну, в прошлой игре, ебать, это затащили против кого-то, против Войда, по-моему. Одя, твоя задача захватить здание с големом, а я захвачу стан. И душа его возьму. Вой, ты зеленый или синий? Зеленый. Вой, вот здесь у тебя здание есть. Его, в принципе, можно в какой-то момент выкупить, если не всирать ресурсы, и оттуда будут как из палаток идти юниты. Но это надо делать попозже, минуте к 10-й, 12-й. Но я обычно на 10 минуте это выкупаю, это здание, и оттуда уже начинает спамиться войска. Так, ребятки, подождите, у меня там чайник кипит. Так, я здесь, поехали. Войт и Одя, вы пока идите в войска на центр. Хотя не, Одя пусть занимается тем, чем надо. Войт, ты войска на центр тащи.
Потому что у меня нету чем на центре обороняться до поры до времени. Не слышно? Угу. Вы говорите, а то у меня иногда это глючит, короче, эта херня, телефон, и я выпадаю из войса. Да слышно, слышно. Войд, поближе к городу войска ставь. Никогда не ставь так далеко в начале. По крайней мере, по-другому я не придумал, как контролить всю эту херню. Вода в хату. Войд, ты, кстати, это сильно ебалом не щелкай и разведчикам монитор территории, потому что Ларкас может тебе тайно в тыл заслать войска. Ребятки, если что, уже 7-я минута, так что это... Готовьте там всю хуйню. Войд, в войсках хорошо рассредоточен в центре. Ребята, там говно льется, если что. Ну, начинает литься.
пацанчики, уже 9-я минута, вы там на флангах что-нибудь начинаете уже. Не знаю, не скоро. Одя, мониторь свой фланг с помощью телескопа. Войт, войска отведи левее от города и рассредоточь их нормально. Фу, левее, я сказал, блядь, правее. Я просто, блядь, о другом сейчас думаю. Пацанчики, время этих бункеров на флангах. Под бункером я, если что, имею экспериментальное здание. Войт, войска отведи. Войт. Назад.
я вижу Оди. Райте. Есть немного. Кто играет вообще? Кусочки. Не, кто играет? Ларка за Алину. Ага. Ой, тебе фланг проносят. Возвращайся к себе на фланг. Да, пацанчики, вы недооценили свои фланги. Оди, ну ты забирай все войска и уходи, хули делать. Бля, ну я даже столицу не успел построить, ну это все ГГ. Ваноди пускай возвращается на центр.
Давай, давай, выноси, иначе это жопа. Войт, дави этим танком. Одя, ты используешь этого голема? Да, блять, я ж тебе сказал отступать, сука тупая. Меня проносят, если что. Будем пытаться шкериться.
Фу, ебать, блядь, как шаус хаваешь, блядь, а жить неохота. Чё, проебывать? Ну. Ладно, что мы все потеряли. Да, наверное. Я на то не стою. Ну да. Ну хули поделать, придется. Хоть как-то. Ну хоть блядского паука забрал. Ты все равно большой урон получишь. Даже за ним. Ебать, ты смотри, он пехоту разносит. Охренеть.
Она в броне, а разносит ее. Погоди, а чё броня слетела так быстро? Не тебе броня слетела. Да там она на 15 секунд. А, на 15 секунд? А зачем ты так сделал, да не знаю. Да я не специально, блядь, это правило компании. Компания тоже на 15 секунд. Так оно ж 1000 не стоит вообще. Ну да, не знаю, чё. Чё, давайте попробуем, может, к одному городу сойтись. А, еще 10 минут держаться, да не, вы столько не выдержите. Ой, ну ты оптимист по жизни, конечно. Ну а хули? Не, ну это, конечно, тебе еще жестко. Ты до него переборщил. Ты чё, он же выиграл, блядь. Я даже пока не делал, я шал его. Ты шаурму ел только что? Да. Ну, типа я там с крапиончиками бегал. Я предлагаю так. Аудио посадить нахуй за Алину. Понимаешь? Да нет, так мне интересно. Почему? Просто мне надо научиться на центре играть. Это город неправильно застроен. А тут же до последнего юнита или как? Не понятно, города. Ты мне просто захерачил, блять, мою эту оборонительную херню недоагрейдившуюся. И своими скорпиончиками просто мне всю пехоту перетаптывал. Ну да, ну да. Это синий? Ты чуть-чуть. Синий. Да-да. Я тебя просто ебнул бункер, потом я на твоем фланге вообще ничего не делал, мы сами там бегали, прибегали. Нет, до того, как ты мне бункер сломал. А, до того, да. Нет, нет, даже не так, до того момент, как ты мне сломал форт и конкретно правую крепость. Два вот объекта. Нет, я тебе бункер сломал, потом я, блядь, все, я увидел, что вы сливаетесь. Все, я нашел.